Капля крови может спасти человеческую жизнь. Донорская кровь нужна постоянно. Младший инспектор ОМОН Ольга Федорова знает об этом не понаслышке. Она частый гость в центре переливания. Иголки и шприцы ей не страшны. Все меркнет, когда встает вопрос о чьей-то жизни. Один раз в жизни просто пришлось столкнуться с ситуацией необходимости донорской крови родственнику. Ну, как бы окунулся в это, узнал об этой проблеме. Стало понятно, что кровь из крана не течет. И как бы заменить ее, я так понимаю, сейчас уже нечем, кроме как человеческой крови. То есть мы можем помочь только друг другу. В человеческом организме около 5 литров крови. Во время забора берут 400 миллилитров. Перед процедурой не рекомендуется курить, накануне не следует употреблять алкоголь. А непосредственно утром медицинский персонал берет анализы на инфекции. Хотя те, кто постоянно делится своей кровью с другими, и так знают об этом. Сотрудники военнослужащие войск Национальной гвардии не остались безучастны к этой акции и приняли активное участие в сдаче крови. В связи с тем, что в нашей стране происходят трагические события, к сожалению, и нуждается в данной помощи граждане, которые попали в тяжелую ситуацию. Акция по забору крови проходит ежегодно. На этот раз в ней приняли участие 20 сотрудников Росгвардии. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».